больше народ ходит играться. С утра прям вообще мгновенно искал все это дело. Что вообще неохота без всего, да? Давай еще тогда подвигаемся, какая разница. Вроде хочется и сыграть. Ну, давай. Может, конечно, неправильно. Ну, слушай, ну давай так. Хотя бы ворот сыграть сможем. На второй таким макаром. Как я тебе бело-зеленый вижу, сразу теперь. Да, это опять ТПС, что ли? Сейчас нас будут убивать. Ну ладно, мы сейчас выгидку возьмем, поэтому как бы окей. Переживем. И бисколлер. Нужен нам бисколлер здесь. Слушай, да давай. Сейчас хорошо пробьем. Ну все, там до пятой маны еще. Жить и жить. Прессинговать пока можно. Может быть, Casting Shadow на двух? Ну и ладно. А, вон там как. Ну ладно, что поделать. Да хорошат нам здесь все это дело. Ух ты. Ладно. Типа это радует, ведь он земельку пожертвовал. Ставить уже бесполезно. Все сейчас будет или не будет? Или он без второй зеленый сидит, если на... Нет, нашел. Ну ладно. Перекинем. Еще Джек. Да нет, мы, в принципе, так добиваем, наверное. Получишь хоть раз 7 побед. О! На своих попали. Посмотрим, на чем бегают. Сколько, интересно, с Джеком они похожи. На стилистику очень похожи. Общее. О, ксинаны пошли. Ну ладно. Да не, ну бывает на земельке так.
начнем. Если он здесь, конечно, не съест. Ага. Дедли. Ну ладно. Все равно это сносить надо. И сюда на следующий ход тогда амулет. Опа. Ладно. Одно он знает. Амулет он не видел. Ну и, наверное, да. Ну да. Гиды почти всегда лучше всего здесь. Привет. Ну, я где-то... Ну, я не так много, конечно, я полгода только отдыхал. Аргенкорд нет, не играет. Дело в том, что сейчас два формата у нас. Как раньше было, да, который, типа, ранкет. Это теперь называется трон. И там играют все карты. И новый формат экспедиция, где только карты последнего сета и карты из драфтпаков. Поэтому можно в любой формат возвращаться. А так, этот лучше всего просто тебе глянуть последний тирлист и посмотреть, что за колоды там. Это самое-самое простое. Поменялось все много-много раз. Ну, посмотри, что сейчас примерно играет. Сейчас будет долго мне это блокать все это дело. Ох, красненькие кончились. Вот, сюр. Ладно, будем просто по два бить хотя бы. Ладно, хоть минус не сделаем, да? Или сделает. Потому что если сделать минус... Хотя там, наверное... Эх, надо было в Инкарнус убить, кстати. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. А, ну ладно, тут нам Вопрокс поможет. А, нет. Shift уйдет? Отлично, Shift он не выберет. Значит, можно ему сказать пожертвуй Инкарнуса. Да нет, почему? Все как и раньше. Все ж меняется, просто сейчас вот Праксис вылез. Скоро контроли вылезут, и опять Праксис Элизиум вниз отлезут. И так далее. Все ж вечно по кругу. Как раньше был Праксис, он там держался, потом Элизиум пришел, держался. Потом пришел Таврот, он сколько держался. Потом пришел Темпорал, сколько он держался. И
Теперь опять виток. Выбирай формат и вперед. В принципе, ты долго не играл, тебе как бы и оба будут нормальные. Я вот чуть не играл, мне вот в экспедиции хорошо, потому что тут все новое практически. Проклятиями, да, дэчка, наверное? Да. Ливия. А, ну ладно, Ливия тоже пожертвуешь. Блин, по одному юниту вопрок вообще замечательный просто. Если не против толпы. Еще полтора года ты застал или не застал маркет, когда у нас появился. Я в это время появился где-то так. Ну, это самое такое основное, это маркет появился. Если ты его не видел, это самая меняющая механика из всех, что была. Вот эти 5 карт, и их можно менять с главной колодой. Эх. Ну все, рискнули, и все теперь. Правда, я думал, с одной земельки мы сейчас вывезем. Не получилось. Ну да, теперь наша жадность будет наказана. Ну вот, я хотел это провернуть. Это провернул оппонент. Ай-яй-яй-яй-яй. Ё-моё, два найфа. И все. Можно и сдаваться. Не, конечно, может он не подровывать это дело, но что-то я не верю в это. Печально вообще. Даже вторая никак не идет. Ну да. Пожадничали, а нам сломали все это дело. Опять 7 побед не сделаем, чё ж такое. Противный АК.
сами ими играем, так что все нормально. Без первых дропов. Ну, хоть так. Ксенанки. Будем с Варта пробовать их пробивать. Не подставляется, а? Ну, кому ему пожертвовать и сказать? Ладно, пока никого не будем. Что-нибудь поставить там, либо разгон тогда убьем. Либо что он подставит. На хитку не... Блин, уже сейчас чуть-чуть, может на хитку не отдать. Дожертвовать ему, что ли, его? Ага. Окей. Ну ладно. Попробуем. Вот. Теперь ты пожертвуешь разгонщика нам. Вот уже получше, кстати. Нам что-нибудь надо здесь? Ну, хотя можно за эдиктом сходить, в принципе, кого-то убить. Хочет и убить его сразу. И без колера хочется, как бы. Ладно, давай мы сначала поставим кричку. Убьем одного. А, на следующий ход уже достанем эдикт и еще и убьем вот этого. И нормально все будет. Мерчант, ну и ничего страшного. Пускай разгоняется. Здесь уже это сейчас вырастет. А, вырос этот, его, считай, убьет за два хода. За три, раз, два, три. Даже раз прожертвуем под накидку, еще раз прожертвуем там под накидку. А тут, кстати, можно и 6-6 его, надо спрашивать, когда его не выгинную. Нам просто его побыстрее добить надо, поэтому с пробивным возьмем. Один ему донести. Стоит, у меня сколько земелек? Он ни одну еще не играл. Да, то есть он не сможет сыграть земельки с эмблемой, если что. Ой, стильный дракончик.
давай. Хотя он был всеми идти, все равно, что да, ему же дракон надо все под этого отдавать. Да, эти двое нас на халяву сходили, что-то я прогнал. Ему все приходил бы 6-6 блока драконом. Ну или 5-5. Там слишком много урона было бы. Да, зря я всеми не пошел. Ну вот, сейчас Вара, наверное, может быть вполне. И тут много кого поднимать есть. Дракон, культист, культист. Гайд. А, ритуал, ладно, это уже лучше. А вон там какой-нибудь Вара. О, замечательно. Калебная пушка подъехала. Первый же мерчан был. Да, значит, он ее нашел. Ритуал все-таки. Вар может не ждать. Долгий он, конечно. Для дракончика. Что нам лучше? О, так даже лучше. Давай поставим его. Пускай взлетает у нас, в принципе, здесь. Вот эти две штучки есть. Чтобы с ним побороться. Fresh from the battlefield. Может, сейчас там пойти в атаку обоими. И просто его закачать. Он даже не будет мастере, да, просто набивать. Так сказать, на халяву. Что там, ремувал нашли? Ну да, набивает, но мы блокать будем здесь, у него ничего нету. Хочется нам дракошку еще плюс одного. Да, давай сделаем.
давай тебя летающего убьем, не нравишься ты мне. Ну вот, теперь можешь он его убивать. Если кремейт нашел. В принципе, все должно быть нормально здесь. Похоже дека, да, там либо морталайза, либо ну дикты здесь не нужны, либо еще какой-нибудь ремувал. Вопрос, да? Слушай, давай тебя вот этого пожертвуем. А, еще вот так вот. Ну ладно. Это может быть, кстати, чар, поэтому... Не будем рисковать амулетом. Вот, на следующий ход уже можно амулетик подвесить. А, ну тут можно и так вот сыграть. Странно, что эти он не выставил юнитов. Наверное, там реально кремейт. Да. Ну ладно, не страшно. Главное, летуна сохранили. Давайте ему в атаку сходить ей. Да-да, в принципе, ничего страшного уж не будет. Давай просто мерча за мерча, ну и например кто-то не может блокать вот так на следующий ход, одного он пожертвует, второй мы скажем ты не блокаешь. Я думаю, нам этого хватит. Конечно, лучше бы просто убить было. Это просто за один ход можно двоих крич избавить, точнее еще будет одна крич какая-нибудь, мы просто можем за. Вряд ли, если мы взяли здесь, нам надо 6 маны, чтобы кого-то двоих убить. Ага, дракона вернул, окей. А ну все, в принципе, как и хотели, да? Одного он жертвует. Второй не блокает. И тот наш риск стоил нам 7 побед. Вот и за хорн. Нет, без черного не стоит. Сейчас прилетят. Или что это он, интересно? А, ну всё-таки. Реппортинг. О, давай с Варда начнем. Let me tell you a tale.
пошли им качаться. Мастере 6, Relic Weapon of Your Choice. Какой-нибудь релик лежит там. Хотят просто подровать. Нормально. Ну давай, в принципе. Дракошку сыграем. Нет, слушай, я что-то хочу еще на пятую манку, если вдруг мерчана, чтобы это с дракошком пойти. Ох ты. Да, давай вот так вот. Да, я, понятно, не дождался. Ну, Варет просто качается в момент атаки. Ох, шесть, шестерочка, ладно. Все на Оньках получается лучше, чем на контроле, да? Как бы не хотелось еще раз в контроль пойти, но, блин, Оньки прям хорошо. Давай-ка вам-то еще раз. Я еще так хорошо прошло. Может, все-таки мы на них возьмем хоть раз 7-0. Вдруг повезет. Дропов здесь больно делать. Ну ладно, оставим. Здесь все-таки Варет есть, здесь есть, и шанс козин даже поставить без черного. Давайте рискнем. Хотя первый дроп подъехал, вообще хорошо. Но в него сейчас полетит чарк просто. Нет, слушай. Там Варафейва, ё-моё. Ладно, будем на одном красном играть. Если Варафейва, значит, это что-нибудь контрольное. Да, походу. Ну вот опять нам, да? Все обломали. Так что мы сами тут прям сильно рискнули, оставив такую руку с двумя красными, и все. Да. Опять за это поплатимся. Fresh from the battlefield. Не, ну слушай, ну это надо сразу просто застукать. Чтобы не мешал. Ага, Девойер еще. Ой. Эти пушки прям подъехали, все хорошо. Ё-моё. Скейлсикер. Да ну его нафиг. Еще одна, да? Да, нам еще нужно. Одну. Че же он там это?
достал. Какого-нибудь Вопрокса достанет. За 8 маны, и хана нам. Постилил. Ой, нехороший оппонент. Сейчас еще дракошку там сыграет нам. А мы ничего играть не можем. Fresh from the battlefield. А тут, похоже, мы проиграли. Кремейт. Да, угадали. Ух ты. Кловка. Прикольно. Конечно, был ему квикдро и типа шпадание, толку хиляться-то. Может, не кончились ему валы? Думает, что он убьет, но нет. Куча юнитов, но... Два или больше батл скилла. Ой, он сейчас будет нам по одному пиликать. Ну вот, еще что-то... Серьезное нашел. Он сейчас что угодно там сыграет. Так, ну давай мы тогда вот сюда ему типа провесим. И подискардим руку, уж так и быть. Толку от этого дела. Ай. Сейчас за кремейтом лезть, что еще делать? А мы выживем вообще, нет? Мы, кстати, не выживем. Да, на 7 в атаку и все. Он, похоже, собирается надежно. Но все равно нам хватит, как бы. Давайте сами себя тогда. Да, опять пожадничали. Не, ну дек все-таки она такая, по если все бы это сработало, то окупилось бы. Так что на ней можно жадничать иногда. Но не слишком часто.
Забавно, да. За 2 маны 3-3 полет. Ладно, слушай, юнитов-то я хочу вроде как играть. Но не всегда получится, кстати. Ага, ну ладно, пусть смотрят, тут ничего такого нету. Пока вроде юниты есть, нормально все. Пускай играет ворон, что делать. Не хочет, чтобы он сейчас игр начал. Милиться, расти. Там просто чарами есть что парень. Убьем вот трипл блоки. Ну не, просто будет вода полетать. Что нам нужно здесь достать-то, интересно. Давай уберем Вопрокса, потому что все равно у него тут 3-1-1 штучки. Толку от этого. Может, даже 7 пойти в атаку, пусть он товара-то забирает. С другой стороны, надо? Да не, наверное, не надо, чтобы он его забирал. Съест птичку, что ли? Слушай, ну это хорошо. 6-5 это нормально. Да-да, слушай, давай. Есть что, чаром что-то добьем просто. Есть все-таки, да? Так, так быстро так было, я не думал, что там что-то есть. Где Оя? Ну ладно. Вашу бы еще не достал. А то будет совсем большой. А, ну мелочь это ладно. Ух ты, это он что, так от отчаяния решил пробить? Дождался бы и в маркет бы убрал ее. Мне кажется, надо еще одного. Сделает.
я вон все выходные занимаю, даже вот не знаю. Если троновский играть, может, на одном формате комнате сосредоточиться. А на следующий, я так понял, будет и сразу турниры, и сразу... И Эван, там вообще ничего не успеешь. Да, оставляем. Ну да, 15 по 18 трон дуэль, а еще будет турнирчик. Не, там вообще перебор какой-то. Можно вообще не вылезать, 3 дня играть. Пройдет у нас. А тут, в принципе, до 6 плюс 2-2, еще далеко. А что он думает? Все равно он это не сможет убить. Ганслингер. А с лайфстилом кто он там, интересно? Один раз сел морфул. Ух ты как. Так, ну ладно, че у него там? За один-то ничего нету, правильно? Взлетим хотя бы. Забавный, конечно, вариант. Чего он только этим хотел добиться. Ладно, посмотрим, что он хочет сыграть. Ну ладно. На всякий случай. Проклять он так и не дошел, да. Хотя что там в черные? А ну квардайсы. Если разыгрывать. Обычно синим всякие вот эти вещи. Вот, пермафрост, еще какие-то есть. Картинка столярка, кстати, напомнила, что это на Этернале, на карточной. Блин, у нас так это и... Не знаю, когда будет. А на Амазоне он... 20... 20 баксов она стоит, кстати. Не так уж и много. Может попробовать заказать себе. Посмотреть, что такое. Я хотел с официального сайта, но они так
в Европу не доставляют. Мне, опять, друзьям не больно нравятся английские варианты, а на русский вряд ли переведут. Хотя Clank от них сделали на русском. Так что, кто знает. Вряд ли, Clank там вроде как много-много наград каких-то отхватил. Много кому понравился. Поэтому его и дополнение перевели. Причем там в рейтингах довольно неплохо он стоит. Там что-то по 7 из 10 у него отзывы. Так, а что, чисто аргентпорт какой-то? Верчанка мы уберем. Мало мне просто, там белого нет, он отластилится, поживет. Это какой-нибудь контроль, как мы играли. Ну, тем более, чем меньше юнитов, тем более жирным он пожертвует потом. Ох, даже стало у него. Ну ладно. Как бы не сильно плохо. Ага, вон оно как. Ну вот, попался. А может, не будет второго? Так, против нас, иди-то как раз. Может, он грин у него будет? Вот, белый, кстати, да. Мы так и думал, что будет что-нибудь белым. И вот как бы дракончик поднимать-то не хочется, потому что, опять же, могут сейчас гринву проставить. С ней вообще ничего не сделаешь. Кроме так, вопроксом. Это она будет дроваться. Ну ладно, пока она еще. Вот не знаю. Ладно, давай попробуем. Просто сейчас пусть мелочь поставит, мы ее уже убить не сможем. Она там удар, инвокнется, еще подровается. Ага, вот он белую нашел, наверное. На гринву. Ах ты. Dark Return. А что, не хватило, что ли? Ну тогда вообще хорошо. Или сейчас харших будет как раз. А, нет. Убить двух черных. Safe travels, friend. Блин, у меня просто там как бы юниты получше-то. Fresh from the battlefield. Чем у нас. Более эти лайтовые все. У нас хп в два раза больше, значение не сильно имеет. О. Тут кто кого вперед. Что вот вообще, вот чтобы ему дать под. Не надо ему давать подровые две карты. Прям вообще никак.
придется потратить на эту штуку. Ордеро 2, мало что он там найдет. Пока он одни земельки поднимает. А мы тут успеем дракошку найти. Да, у него одни земельки пошли. Похоже. Успели. Но все равно 7-0 опять не получится. Опять одну прямо из-за нашей жадности проиграли. Точнее, рискнули, но не получилось. А что это за арт, кстати? Тут он. Что-то я вот этого не видел. Это этот новый, который там с пылы копирует. Кстати, интересно посмотреть, как она работает. Это Мандрагора. А это что-то я арт еще ни раз не видел. Давайте. Опять, конечно, не совсем лучший вариант, но... Эльфы. Интересно, это дискардом? Или просто эльфы? Дискардом, надо же. Ща одна фигурку проставит. По-быстренькому. Опа. Опа, вообще, чувак, красавец. Ё-моё. 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 Вот это он расставился. Вообще красота. Ну все, походу, приехали, а сейчас мелочь загрызет здесь. Сейчас еще один стан и все. Ну, конечно, вот это просто на первый ход, да? На второй ход такая раздача. Это просто жесть какая-то. Нереально. Нам здесь что, ничего не поможет? Все, да. М-да? Не, ну, конечно, есть еще вариант там. Вот эту убрать. Синего потом стрельнуть, но... В одном КП остаться. Ну да, не хватит нам тут. Это нам надо с летуном разобраться раз. С этим разобраться летуном два. И все. Блин, ну три на второй ход три фейсиса поставить, это вообще красота. Просто пипец.
карта такого, даже не знаю, чем можно отбиться вообще. Надо ли нам? Да давай, в принципе, мерчанты. Пропустим, наверное, от Монка. Что, давай сразу его убьем. Потому что там может быть опять пушка на него полезть. Она как лакей как минимум сыграет. А это не есть хорошо. Давайте лучше его без юнита оставить. Look, Mizo, new pasture. Ну окей, ладно, ты его пожертвуешь. Я, конечно, могли вот просто пойти в атаку и вот эту прокинуть штуку. Ну ладно, еще раз сделаем. Мне кажется, надо просто взять, убить синего, убить урона синему. Ну, не успели. Ну что, 5 или 4 победки, интересно. Давай прям, чтобы какой-нибудь крутой заход напоследок. Но нет, это не крутой заход. То же самое, только без всего. А будут еще раз мулиганить, наверное. То совсем печально. Там хоть крич какая-то была. Ну ладно. Может, какой-нибудь варот придет. Ну. Мерчан тоже сойдет. Ну ладно. Позин пришел. Врача в ответ тоже, наверное, вопрок словим. Но должен быть вопрок с оппонента. Да. Еще одного нет. Сначала мерчант поставить, а потом уже... А, вон там. Карнус. Что с ним делать-то? Если вопрос не будет, то будет оппонент очень неприятно. Хотя был бы он энтрал сыграл, не раздумывая, потому что такой надо убивать. Вот это в ответ свое. Так, ее надо теперь как-то убить. From the battlefield.
могли бы еще два вот здесь лайфстилом вот, два урона бы добавить. А, все равно бы не трансформировался. Ну ладно. Че, будет он в атаку ходить? А, нет. Дум. Там целый дум, а? Так, ну слушай. Ну вот эту точно надо убивать. Давай, там еще под первый удар просто подставимся. Да нет, ладно, попробуем потом еще свой ход убить ее. Ну вот, Эвент экспедиционный, я все очки набираю. Надо ее сразу убить. Хотя зачем, она бы прошла бы, и я бы спокойно бы его убил бы, наверное. Что-то я поторопился. Теперь на все время вообще не хватает кучи всего, чтобы что-то делать. Да ё-моё, вот я поторопился, конечно, а. Хотя ничем не помогло. Уж ну надо перекидывать на Айку. Да. Умирать, перекидывать на Айку, все это дело. Ну он 5-2. Копить. Ну, 25 надо накопить для участия, да? Все, да, 6 раз.